в среду на ТВ Рус. Ты же проспал эти годы в своем подводном мире и не понял, что здесь, на поверхности, люди давно изменились. Кто-то изменился, а кто-то нет. Порой твоей жизнью управляют обстоятельства. Если не поднимут со дна этот долбанный чемодан, нас всех перемочат. Тебя и меня первыми. Ну что, не мог по-хорошему договориться? Ты, я смотрю, неплохо информирован для такой скромной должности. Ты не можешь контролировать себя. Если вы откажетесь от моего предложения, я уже ничем не смогу помочь ни вам, ни вашему брату. Тебя достанут даже под водой. Еще один без вести пропавший. Чтобы спасти себя и свою семью, ты обязан наломать дров. А что за бухта такая красивая? Туда свой нос не суй. Вячеслав Разбегаев в многосерийном фильме «Бухта пропавших дайверов». В среду на ТВ Рус. Я думаю, что следующее погружение будет успешным. Но тогда не хочешь с нами погрузиться? Я думаю, тебе не надо слишком много шутить.